Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Торск, Пацаева, 16. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Итак, у нас появился матрац, хлопок, халкон 80 на 2 метра на одну спальную кровать. Высота 5 сантиметров, но матрасник съемный, ткань верха, микрофибра, 1039 рублей. В нашем магазине две расцветки. Есть зеленовато-желтый и голубой. А также подушка анатомическая с эффектом памяти. Размер 40 на 60, 1053 рубля. А покрывало ультрастеп. Вот в такой маленькой упаковке. Такого я еще не видела. 2 на 2 20. Чебоксарский текстиль. Ткань полисатин. Состав 100% полиэстер. Чувашская республика, город Чебоксары. 686 рублей. А какие наборы? Комплект постельного белья, 100% хлопок. Смотрите, какие темные. Так, смотрим сбоку. Ткань бязь, набивная. Состав 100% хлопок. Да, не полиэстер, а хлопок. Есть несколько расцветок, есть вот такие синие, серо-черные, в клеточку, в горошек. И весь материал такой темноватый, не светлый. Полутораспальная 1184 рубля, а двухспальная. Вот двухспальная, какая расцветка яркая, смотрите. 1460 рублей, очень много разного. Белья. Еще комплекты. Здесь уже, по-моему, полиэстер. Так, давайте смотреть сбоку. Состав полиэстер. Не видно, совсем не видно. Это уже не то. Ну, кому-то, может быть, и нравится. Зато оно стоит. Полутораспальная 579, а двухспальная 690. Еще это перкаль. Смотрите, какие комплекты понавезли в магазин. Хлопок 100%, пододеяльник 1,45 м на 215, а простыня 150 на 214. Так, это получается, да, полутораспальная, 1290. Есть такие еще коричневого цвета. И двухспальные. Европростынь. Пододеяльник 175 на 215. 1593. Вот еще одну расцветочку нашла. О, какая. В этот магазин привезли тоже стеллаж. Только стеллаж угловой. Я до этого показывала прямоугольный стеллаж, а это угловой. Вот так вот он выглядит. Ставится в угол. Состоит из складного основания, трех ярусов. Собирается легко. Я не вижу. А вот. Нет, это не то. Ценника я не вижу. А вот еще, смотрите, стеллаж металлический. Вот я про такой говорила. И вот он, четырехсекционный размер. Кто-то мне написал уже в комментариях, что он такой хлипкий, не очень устойчивый. 1125. Ну и этот примерно, наверное, так же стоит. Еще стеллаж интерьерный, 8 секций. 2313. Это вообще шкаф универсальный для одежды и белья. 2 метра на 800 и 500. Цвета в ассортименте 5258. Хоть бы какой-нибудь рисунок поставили, что ли. Никакого рисунка нет. Что за шкаф? Как покупать этот шкаф? Ничего нет. Лампы вот, пожалуйста. Светильник потолочный, светодиодный, 275-30, пластиковый. Еще один, тоже пластик.
380 миллиметров, 403,50. Люди выбирают обувь, кроссовочки. Прям стоит очередь. О, смотрите, нам привезли сливу. Слива сезонная, 83,20. На ТЗБ была сегодня, вчера, сливы там нет. А здесь смотрите, сколько сливы. Слива жесткая такая, вот не, как сказать, не помнется. Если, допустим, в мешочек набрать, до дома точно донесешь. О, привезли к нам хренадер классический. Еще помидоров толком нет, а уже хреновину сделали. 70-80-04 килограмма от зеленого дома. А также очень много перца. Перец по 63 рубля. А еще набор к пиву холодного копчения 168 рублей 40 копеек. Ой, какие кусочки. А сколько здесь грамм? 250 грамм. Так, печень свиная, язык свиной. Большой довольно-таки прям язык. 271 рубль стоит. Рагу из мяса индейки 250-30. Вот, пожалуйста, взял и сделал подливку, да? Отлично. Мясо 209,90. Сыр косичка копченый 397 рублей. И вот три штучки на 222 рубля. Яйцо 129 рублей второй категории за 30 штук. Ой, новинка, скумбрия. Скумбрия с добавлением масла, куски 60-80. Росрезерв. Довольно-таки мало жидкости. В городе Серпухов изготовлено. Как же аппетитно смотрятся эти корнишончики. Прям аппетитненько. 112 рублей. Смотрите, привезли зеленый горошек. Высший сорт, 460 грамм. Домашние секреты. 68,80. Город Краснодар. Кубаночка. Абрикосы в легком сиропе. Довольно-таки много здесь их. 750 грамм, 158 рублей. Соус херсонский, зареченский продукт. 700 грамм, 93,10. Ветер Пензенская область, Заречный. А это ГОСТ, томатная паста, не содержит ГМО. 700 грамм, 93,10. Тоже зареченский продукт. И вот мои сегодняшние покупки. Вот такие браслеты и укрывной материал сегодня я беру. А говорят, что ничем не покупают в светофоре. Еще как покупают. Смотрите, вот нектаринчики, вода газированная, шампунь, сыр, колбаска, слива. И вот мои покупки. Вот сзади стоят. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.